Здорово, братюня, Юра Марвин, снова с вами, да-да-да-да, снова с нами. И сегодня, бан, кому-то бан дали, вы видели? Это, походу, Андрюху дали-то банчик-то, а? Так, что у нас сегодня, у нас сегодня гриль, у меня скоро будет гриль чанский. Гриль, топчик гриль, так. Сразу, что, блин? Что? Он танканул! Жесть! Нормально! Вот это, конечно, рофл! Так, уцеливает! Рикошет! Так, уже пока тут он был танканул, пока перестреливается, и 1200, ну, в принципе, до 10 левела очень мало, ну... Может, что-то нам топово покажет. Так, КД 11.2. Ой, как больно-то, а? А чё не фугасом-то, а? А чё, у него фугас пробить мало там? Ой-ой-ой. Это рофлитель, что ли, какой-то? Почему не фугас-то его шлёпнул-то? Братюня? Да, 1800, ну что-то сомневаюсь, что будет новое. Ой, броня не побрита-то, а? Обидненько, а? Да не могу же. Вот это, конечно, пипец. Ну, что вам сказать об игре со стороны пока? Вот сейчас, типа, стоял его. Ну, тут и сам это грели, он светит, и он получает люлей на почти... Мало, 560, а либо там 700 фугасом. Я четвертый, когда смотрю, Ну что могу сказать? Он шотный. Сейчас Е4 вдудит. И все. Ох, клиентура. Ох, что, как все прижались-то, а? Резненько так прижались-то. Нормально. Ну, 3К. 3К. В принципе, уже нормально. Уже можно сливаться. 3К есть. Это уже охеренно. Так. Е4 убили тем времени? Фугаском забирается хевик. Ну, прекрасно. Хевик минус хевик. Ну, это победа. Это победа, потому что даже не сказать, что турбопобеда. Нормально там... Они там сопротивлялись. Ой, блин, испугался-то, а? Стелгу долбится-то. Нормально. Что могу сказать? Нормально. Ну, это попростная победа. Ну, напряжения никакого не было. Может, конечно, дальше будет, но не факт. Хотя, смотри-ка-то. Е4 там сопротивляется. Мама, не горюй-то, а? Попробует блендом кинуть-то. А? А, я бы лучше фугасом 2 раза стрельнул. Если честно, я бы фугасом стрельнул. Так, Е4 будет выкатываться. Ох, хорошо-то, а? 600-то. Ну, урончик такой себе. Урончик такой. Е4 уходит прямо, да? А! Не, батя, не пробито-то. Да. Такое. Так, Е4 фугасом, возможно, может заберет. Ой, не-не-не-не-не-не, хорош. И тем временем Е4 против троих ничего не сделает, 100%. Так, Е4 чекает, и все. Ой-ой-ой, просто в лицо. Вот личик это, а? Так, он кадышнулся, ну давай, замути, что-нибудь замути, 4К, ну, то затащит. Сейчас затащит. Блин, Е4, конечно, жустит, просто жустит.
Броня, да? Друзья, из 4 это броня? А контролит, как контролит, ты шотнул-то, а? Ага, шотнул, он контролит. В принципе, с 2 тычек даже не он не умрет. Просто 1600. Может даже не пробитие быть. Напряжение есть такое, напряжение. И он поехал рашить. И поехал мы гриля другого рашить. Просто другого гриля поехал рашить. Ух ты, вот это повезло, брат, меня тебе. Просто с попенцию. Не, он бы развалил. Да. Если бы он не попал в Сюртухана, это был бы слив. Ну, охеренно. Ну такой гриль прикольный. Ну, скорострельный, картонка. О, тут и мастер, 5к уронов. Смотри-ка, это хера себе. Нет. Стоит ему лайкосик поставить, стоит. Стоит ему лайкосик поставить. Нормально накидал, давайте посмотрим, что у нас там по профилю. Да, профиль. Перейти профилю. Так. 57%. 20 тысяч боёв, не, хорош, красавчик. Просто красавчик. Не знаю, мне ну, не бой такой особенно, ничего такого сверхъестественного, не был обычный бой. Но, короче, ему повезло в конце, что Сюртухан-то вдул. Если бы он мне попал, это 100% бы слив был. 100% слив был. Да, нормально. Не знаю, как вам, друзья, мне очень понравилось. С вами был Юра Мавлин. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Бай-бай.